раз в 2021 году «Культурное обозрение» выходит в эфир Первого областного телеканала. И вот темы сюжетов, которые мы для вас подготовили. По 2000 человек в день столько желающих покататься на центральном катке «Орла» было зафиксировано в новогодние праздники. Каким стал четвертый ледовый сезон для орловчан? Новые условия для чтения. Как меняются орловские библиотеки, вступившие в федеральную программу модернизации? Особенности семейного портрета 19 века. Что ждали от художника, который должен был запечатлеть образ семьи? Четвертый сезон открыли в канун Нового года любители катания на льду. На центральном катке, который работает на площади Ленина, отметилось уже свыше 21 тысячи горожан. В праздничные дни число любителей зимнего вида спорта превышало 2000 человек в день. Наталья Пехтерева собирала впечатления любителей активного отдыха. Каток – это наиболее подходящее место для активного отдыха, так считают орловчане, которые предпочитают здоровый образ жизни. 19 тысяч человек посетили этот объект за новогодние каникулы. Каток был открыт 27 декабря. На новогодних праздниках тут был аншлаг. Очередь была отсюда и до елки. Особо-то где сейчас покатаешься? Снега нету, горок нету. Хоть придут, вот на катке покатаются, то радость. Вот, из школы забрала, сейчас покатаемся, да домой уроки делать. Хорошо, что со своими коньками бесплатно можно прийти и ребенку покататься. Замечательно, очень довольны. Размер катка с искусственным покрытием 20 на 40 метров. Подготовка льда проходит в несколько операций. Для одной из них нужна горячая вода, рассказывает ледовар Сергей Мясоедов. Ну, градусов 60 примерно. Перед выездом заезжаем на машине. Собираем снег, который остается, и тряпочка здесь еще вешается, тряпочка, включаем воду. Также проходим, она заливается спокойно, и становится гладкий и чистый лед. И сколько раз так в день? Так выезжаем каждый час. Рядом с катком на центральной площади города открыта отапливаемая раздевалка и пункт проката коньков. Услуга востребована, а оказывает ее человек самый подходящий для этой работы фамилией. Вероятность того, что Илья Коньков попадет в сервис проката коньков, ну, очень такая, ну, небольшая, ну, с учетом того, что я всего троих людей знаю, да, там, не считая, там, моих близких родственников с такой фамилией. И, как бы, конечно, шутят. А когда на работу принимали, ну, к сожалению, даже не обратили внимания, я на этом акцент сделал, ну, посмеялись с тем человеком, который интервьюировал меня. У Ильи и его коллег работы много. В пункте проката и на катке всегда многолюдно. Но больше всего народу здесь по выходным и вечерам в будние дни. У нас в прокате 200 пар коньков есть, которые мы можем отдать, и люди могут кататься. Сколько это стоит? Стоит прокат коньков 150 рублей. Также есть льготные категории граждан, которые могут дешевле получить за 100 рублей коньки в прокат. Также у нас есть помощники-фигуристы, которыми могут дети воспользоваться, которые не очень еще хорошо стоят на коньках. При катании на коньках повышается тонус всего организма и настроение. В час на катке можно сжечь 400-500 калорий. Каток работает ежедневно с 9 утра. Последний сеанс начинается в 21 час и длится 45 минут. Здесь очень прикольно кататься, и достаточно много людей, которые очень хорошо катаются, и у меня тоже хорошо получается. Ледовая арена на центральной площади города будет работать до конца сезона. Прийти сюда может каждый, у кого есть свободное время и желание покататься. Модернизация библиотек в регионе идет полным ходом. Цифровые формуляры, аудио и электронные книги становятся доступными для орловских книголюбов. В некоторых библиотеках привычные читальные залы превратились в зоны повышенного комфорта с мягкими и объемными креслами-мешками. В других совет, что почитать, теперь дает робот. Все это должно привлечь новых читателей и удержать прежних. Как притворяет в жизнь эта идея, расскажем на примере библиотеки в Северном районе, а именно юношеской библиотеки номер 8, на модернизацию которой в ближайшее время потратят несколько миллионов рублей. 2020-й, несмотря на все его невзгоды, вдохнул жизнь в культурную сферу региона. В области за небольшой промежуток времени открылись сразу две модельные библиотеки. В городе Мценске и буквально несколько месяцев назад в Орле. Теперь в областной столице появится еще одна. Мы назвали свою концепцию «Молодежная библиотека 25-й квартал».
Библиотека юношеская, единственная в городе и в Орловской области, и она будет продолжать это свое направление работы с молодежью. Почему 25-й квартал? 25 – это номер дома, где находится библиотека, а квартал, надеемся, что это будет пространство, которое вот так органично впишется в микрорайон, тут спальный район, мы понимаем, да, и эта библиотека будет таким вот городским пространством, привлекательным для молодежи, комфортным, интересным. Обычных для библиотеки книжных полок здесь останется лишь часть. Пространства мало, но в целом и обстановка, и атмосфера останутся привычными. Вот в тихой зоне у нас будут барные стойки, светильники, то есть тоже вот в стиле кафе, да, литературного. Будет арт-объект книга, который тоже будет такой не совсем стандартный, это дизайнерское решение, у нас есть дизайн-проект. Будет зона коворкинга, активностей различных, то есть где каждый найдет вот себе по душе занятие. Возможность реализации такого масштабного проекта появилась после того, как эта обычная библиотека победила в конкурсе по созданию библиотек модельных. Его проводили в рамках реализации нацпроекта «Культура». Как раз вот в рамках этого проекта нам будет выделено 5 миллионов федеральных средств. Перемен ждут и постоянные читатели. Надеются, что здесь станет лучше и удобнее. Я считаю, что это нужно и для подростков нужно. И даже если будет создаваться, наверное, как бы электронный поиск, им тоже это будет удобно, чтобы они приходили и самостоятельно смотрели, что им нужно. А вот музей Бунина и картинная галерея Курнакова стали первыми объектами на Орловщине, которые присоединились к региональному проекту «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры». Его суть в создании мультимедиагидов. Благодаря им поход в музей станет еще интереснее. Зачастую в музеях не очень рады наличию мобильных телефонов у посетителей. Так было до недавнего времени и в музее Бунина. Однако с появлением специального приложения все изменилось. В пару кликов вы можете стать для себя своим личным экскурсоводом и узнать более подробную информацию о выставленных экспонатах. О них теперь расскажут мультимедиагиды. И такие всегда есть при себе у каждого современного человека. Мобильные телефоны в музее Бунина теперь можно использовать не только в качестве карманного фотоаппарата. С декабря они здесь еще работают и как индивидуальные экскурсоводы. Мультимедиагиды – это результат работы, совместной работы сотрудников музея и команды платформы «Артефакт». Музей в соответствии с инструкциями команды «Артефакт» создает уникальный контент, это то есть описание музейных предметов, фотографии. Потом этот уникальный контент, созданный музеем, мы загружаем в специальную веб-форму на платформе «Артефакт». А уже потом команда платформы «Артефакт» переводит наш контент в специальный цифровой формат. Принцип работы предельно прост. Скачать приложение «Артефакт» на свой мобильный, открыть его, навести камеру мобильного телефона на экспонат и узнать о нем все самое интересное. Ключом работы этой платформы является технология компьютерного зрения. Эта технология позволяет распознавать музейный предмет, то есть экспонат, по его изображению. То есть в этой технологии QR-коды не применяются. Предусмотрели разработчики и возможность аудиовоспроизведения информации об экспонатах. Причем сразу на нескольких языках – английском, китайском, итальянском и французском. Но если же вы привыкли к традиционному формату проведения экскурсий, то приложение поможет и в этом. Для этого достаточно просто нажать на «Воспроизведение информации». Но и чтобы не мешать другим посетителям, рекомендуем воспользоваться гарнитурой. Представленный в экспозиции патент, подписанный императрицей Екатериной II, свидетельствует о том, что в 1763 году Василия Бунина, двоюродного прапрадеда-писателя, который служил в правительствующем сенате коллежским секретарем, за оказанную его к службе ревность и прилежность возвели в чин коллежского асессора. Еще один плюс этой программы – посетитель сможет с ее помощью увидеть скрытые вещи и элементы, которые ранее в наглядном виде отобразить было невозможно. В этом году к этому же проекту присоединится и краеведческий музей.
На прошедшей неделе орловские журналисты принимали поздравления ко Дню печати. Четверо сотрудников телеканала «Первый областной» и двое работников «Экспресс-радио Орел» получили профессиональные награды. Само награждение проходило в администрации региона. День российской печати с 1991 года отмечается 13 января. Праздник связан с началом издания первой российской газеты «Ведомости». Почетные грамоты лучшим журналистам, представителям региональных средств массовой информации вручили председатель облсовета Леонид Музалевский, его заместитель Михаил Вдовин и депутат Госдумы Николай Зимцов. Я всегда вас называю четвертой вертикалью власти, потому что вот вы сегодня взаимодействие между обществом, гражданским обществом и властью, на мой взгляд, хорошо освещаете в своих средствах массовой информации. Среди награжденных – телеоператор Андрей Борискин, а также музыкальный редактор «Экспресс-радио Орел» Роман Волков и ваша покорная слуга. 11 января в России отмечают Международный день заповедников и национальных парков. В Орловской области заповедник всего один – национальный парк Орловское Полесье. Он был основан в 1994 году. Число его посетителей из года в год только растет. Посмотреть на косматого мишку или настоящего зубра приезжают со всей Орловщины, из соседних с ней регионов и даже из дальних областей страны. Всего же в России количество природных заповедников и национальных парков уже перевалило за 100. Их разнообразие и уникальность позволяют не только по-настоящему оценить возможности планеты, но и сохранить их для будущих поколений. Каким был семейный портрет в 19 веке? Что заказчик ждал от художника? Ответы на эти вопросы даст Алана Важенина в нашей постоянной рубрике «Музейная коллекция». Сегодня речь пойдет вот об этом семейном портрете. На нем Екатерина Ивановна Новосильцева, урожденная графиня Апраксина, с детьми. Этот семейный портрет выполнен в 30-е годы 19-го столетия немецким художником Карлом Барду, несколько лет работавшим в России. Итак, перед нами супруга сенатора Николая Петровича Новосильцева, счастливая мать в окружении шестерых детей, двух дочерей и четырех сыновей. Они расположились под деревом, мощный ствол которого символизирует крепость семьи и рода. Самая старшая из детей Мария, она с плетеной корзинкой. Справа от нее, с белой шалью в руке, родившаяся третьей, Екатерина. Вторым и четвертым ребенком были сыновья Ардалион и Василий. Они стоят слева в темно-синих курточках. Пятого Петра, державшего хлыстик, мать обнимает правой рукой. Он в платьице, которое дети носили до 3 лет без различия пола. Шестой, самый младший, Иван, тоже в платьице и с яблоком в руках, сидит на коленях матери. Портрет отличается гармоничностью композиции, яркой и чистой цветовой гаммой. Доминируют белые, голубые и синие тона. Их дополняют желтые, коричневые с небольшими вкраплениями розового, красного и зеленого. Пейзажный фон со светлым голубым небом и легчайшими белыми облаками рождает ощущение безмятежности. Родовое имение Новосильцевых с величественным парком находилось в селе Воин Мценского уезда, неподалеку от усадьбы Тургеневых. Иван Сергеевич хорошо знал изображенных на портрете детей. В 1938 году мать Тургенева Варвара Петровна в письме сообщала сыну новость. «Тебя очень интересует знать, вышла ли замуж Новосильцева за Нарышкина?» «Да, вышла, но не Марья, Катенька. Марья умирает с досады». В музее ИЗО продолжается живописный Валаам. На выставке, представленной галереей «Золотой плёс», город Москва, экспонируется около 50 живописных и графических произведений современных художников. В Бунинке выставка к 155-летию орловского композитора Калинникова. Она проходит в отделе искусств. 22 января в русском стиле дадут американскую рулетку. Начало спектакля в 19:00. 23 января. На этой же сцене спектакль для детей «Чудный терем» в 11:00. А вот 23 января в вечернее время в русском стиле ждут более взрослую публику на спектакль «Мысль» в 18:00. Это все на сегодня. Увидимся на Первом областном.